Всем привет! Сейчас я хочу сделать небольшую критику на такой канал, как Ева Кит. Я знаю его уже довольно давно. И, кстати, сразу говорю, если будут лишние звуки на фоне, то я не могу никак подействовать на них, ну то есть не могу их заглушить. Ладно, давайте начнем с любого абсолютно видео, например, с вот этого, например. Видео, в принципе, нормальное. Ну, во-первых, это твоя первая анимация, так что я не буду строго судить. Ну, тут чуть-чуть можно было бы постараться. Ну, ладно, тоже не анимация первая, так что тоже судить строго не буду. Тут тоже особо не буду строго судить. Ну ладно, я лучше приступу к роликам, которые у нее уже нормальные, в принципе. Пов, я пою на английском, мой друг. Мика Кит, это не Мика Кит, это ее сестра Мико Кит. Ну ладно. Че? В отличие от Мика Кит, у меня нет груди. Чё? Кстати, извиняюсь, то, что я тихо говорю. Это реально уже пошло немного кринжово. Во-первых, я, конечно, знаю то, что был вроде как что-то похожее, какой-то тренд, но это выглядит очень реально кринжово. Особенно на вот этот жирный контур. Ну ладно, тут она тоже особо не самое кринжовое видео. Давайте дальше. Что мы видим в видео? То, что она превращается в свою злую сторону, потом ей какой-то постановый нож в нее прилетает, отрезает ей руку, потом в куче крови она снова вырастает, она показывает свои нечищенные зубы, и все это под замедленную музыку из НМТ. Понятно. Ну ладно, видео норм. Тут она просто решила пожалеть человека. Сейчас я снова хочу перемотать видео, но только уже на громком звуке. Ты что за пердёж был только что? Я с Микой Кит поссорились. Я с Микой Кит поссорились. Ладно. Ну, вообще-то это не Мика Кит, это Мико Кит. И уши, кстати, не так рисуются. И ладно, видео, в принципе, тоже нормальное, но тоже надо постараться. А мне уже каникулы. Ладно.
Анимация, в принципе, нормальная, но только надо бы поучиться рисовать тело, потому что просто типа палка и потом четыре еще небольших палки, ну, это как-то не совсем красиво. Можно было бы шерсть нарисовать и сделать вот эти перчатки более объемными. Кошка может не давать тебе себя погладить, потому что, может, она обиделась на тебя, ну или она злая. Или, может, потому что ты ее там била немного, и вот она, ну, не хочет даваться. Если честно, то у меня не живут кошки, у меня две собаки, так что я не знаю, каково это. Никакие тфу я и маки котов. Опять же, это не Мика-кит, а Мико-кит. Сейчас я хочу посмотреть, что за опарыш. Кстати, да, я ее раньше, ну, защищала. Просто я считала ее реально нормально, извините. Я вот прямо сейчас сразу удалю это, извините. Вот почему у Мику какие-то сразу пропадает хвост и лапы, что это такое за магия? Теперь довольная Китик, чё Китина, мои тепло, ладно, Мика Кит сдохла, пока. Странно, что Мику Кит уже кучу разных видео убивает, но она до сих пор не сдохла. А ты теперь тут убила ее в своем видео, и типа все, она сдохла, ее больше не будет. Все равно не понимаю смысл этого видео. Опять, честно говоря, ерунда. Ну, в принципе, красивый вот это, ну, рисунок, ладно. Тут можно было бы тоже постараться, особенно над последним кадром, где она брюнетка. Ну, в принципе, нормально. Тут тоже, в принципе, хорошо. Я какой у тебя ник в волосе беру. Ё-моё. Честно говоря, если бы я бы такое сняла бы и выложила на свой канал, то для меня бы это был очень большой стыд. Я не понимаю, как она вообще додумалась до такого. Ну ладно, тут я не буду ничего плохого говорить. Хотите, чтобы я так снимала? Снималась? Не пишите тупые комментарии. И банана не видно, что...
автор потерял дар речи. Потому что вот это... Неужели я ее когда-то раньше смотрела? Ё-моё. Ну ладно, тут тоже все нормально. Теперь я хочу смотреть другие шорты. Например, по типу... этого. Не люблю людей, которые давят на жалость. Потому что, ну... Блин, ну может у тебя их правда очень мало. Ну, мало. Не очень, но... Чтобы их прям не было. Ну ладно. Теперь я хочу посмотреть ее видео. Начну я вот с этого. Монстров не существует, моя идея. Честно говоря, после просмотра данного видеоролика, мне кажется, то, что у автора небольшие проблемы с психикой, потому что вот это и вот это реально намекает на небольшие отклонения. Ладно, давайте-ка посмотрим со звуком, как звучка на анимации. Ладно, тут я ничего такого говорить не буду. Давайте-ка посмотрим теперь на смерть лиса коты-воителя. Ты хочешь умереть? И сделай что-нибудь. Честно говоря, анимация хорошая сама по себе. Ладно, давайте-ка вот это с чикенгами. Ну, тут я особо ничего не могу сказать, потому что она взяла это с оригинального канала, где там... Просто я и анимировала это. Сейчас я хочу вот это еще посмотреть. Придумал Мика Кит, нарисовал анимацию Ева Кит.